Всем привет! Еще одна жемчужина шахмат. На этот раз белым играл Бент Ларсон, а черными Борис Спасский. Смотреть мы будем за черных. За Бориса Спасского, партия играна в Белгороде в 1970 году. И Бент Ларсон пошел Б3. Как раз таки дебют Немцовича Ларсона. Так называется. Дебют, который начинается с ходом Б3. И дальше были сделаны такие ходы, тут пока особо останавливаться нечего. Вот, слон c5. Дебют не поставил перед черными трудных проблем. Они беспрепятственно развивают фигуры. Так. Что-то похожее на сицилианку с ходом конь e5 за черных. Те, кто играл, видел, наверное, поймут, о чем речь. Вот, белый играет нечто похожее, но у них лишний темп. Посмотрим, как белый попробует его использовать. Е3, слон f5, ферзь c2, ферзь e7, слон e2. И черные ушли в 3-0, все. Они полностью развились. Белые по дебюту ничего не получили. И белые тут ошиблись грубо. И как это ни странно, f4 это грубая ошибка уже на 10-м ходу. Дело в том, что план белых заключается в том, чтобы окружить пешку e4. Вот. Так, окружили ее и потом уничтожить в будущем. Такой план у белых. Но его замысел встречает решительное опровержение. Спасский тут пошел конь g4. После этого нехитрого выпада положение белых становится критическим. Если белые тут сыграют 2-0, что может быть логичней, тогда последует ферзь h4, h3, и дальше угроза ферзь g3 очень неприятная. В книжке написано, что это страшная угроза, но комп тут отбивается, ну это комп, он может посчитать, отобьется, а человеку страшно на такое идти, и Бент Ларсон в это не пошел дело, он сыграл g3, h5 и h3. А что еще делать? Если бы тут вместо h3, ну, попытка прогнать коня g4 наглого, если бы тут белые сыграли конь c3, типа развития, то выигрывает мощный удар. Можете нажать на паузу, поискать. Хотя, по-моему, элементарный это ход ладья бьет d2. Теперь развилка. Два продолжения. Если взять королем, тогда слон e3, король e1, слон f2 в шах, и белые по-любому остаются без ферзя. Если король идет на f1 или на d1, то следует конь e3 вилка. Если король d2, то e3 шах пешка, и слон с поля f5 забирает ферзя c2. Это надо в уме уже видеть, поэтому я не двигаю. Так, это если бы белые взяли королем. Если бы они взяли бы ферзем, то последовало бы примерно то же самое. Слон e3. Ферзем надо отходить. Ну, например, на c2. На d1 то же самое. Слон f2. И опять вот мы видим то же самое вообще. Конь дает вилку, либо слон с поля f5 забирает ферзя. Вот такие вот вариантики. Потому конь c3, конечно, Ларсон не сыграл. Он сыграл h3. Попробовал прогнать коня g4, но опять-таки, кто хочет, может паузу нажать. Спасский не ушел конем, он дальше пошел h4. Не скупясь на жертву, черные вскрывают линии для атаки на королевском фланге. Ну, Ларсон взял коня hg, и Ларсон тут отошел ладья g1. Ну, на h8 меняться было бы плохо. Ладья h8, ладья h8. И просто ладья заезжает по линии h, черная. Пешка g3 идет ферзит. Это все понятно. Потому ладья g1. А тут уже всем надо нажать на паузу и подумать, какой ход тут сделал Спасский. Мощнейший просто ресурс в позиции. Вот этого Ларсона явно не ожидал. Вот, нажмите, подумайте.
У кто нажал молодцы. Борис Спасский тут сыграл. Ладья H1. Мощнейший ход. Можно даже не два восклицательных знака, а больше поставить. Потому что ход очень мощный. Жертвуя ладью, черные выигрывают время для нападения. Для какого нападения? Смотрите. Ладья H1, G2. Успели пешку прокинуть еще дальше. И ладье надо куда-то уходить. Например, в партии была ладья F1. Но мы посмотрим, что будет, если ладья G1. Тогда шах. Так. Опять-таки. Ферзь H1 неприятно. Что делать? Ферзь C3. Так, так. Тут безнадежно, потому что ферзь взял слона, отыграл. Нет, еще не отыграл материал, у белых лишняя фигура. Но как-то надо что-то делать. Что-то. Вот конь А3, но слон B4, отвлечение ферзя от поля D3, и тут все печально, потому что ферзь D3, если ферзь B4, ферзь D3, король на первую линию, и на G1 ставится второй ферзь. Тут безнадега. Потому вот, ладья G1, давайте еще раз помедленнее посмотрим. И убедимся, что у белых нет сильнее ходов, чем в этом варианте. Если взять, то просто возьмем ферзем. Потому так, так. И слон B4, красивый ход в конце варианта. Но Ларсон так не пошел. Он пошел в партии ладья F1. Последовало примерно то же самое. Шах, король D1. Взяли ладью, и белые сдались. Это у нас 17-й ход был ученых. Сейчас будет 18-й, но его Ларсон не сделал, потому что он сдался. Сдался, потому что слон F1, слон G4, шах, и мат неизбежен. Ну, если просто, например, отойти на C1, то он просто мат в два хода E1, D1, ферзь. Слоном закрываться, это сразу мат на H1. Вот потому Ларсон и сдался. И, наверное, надо вот сейчас к этому моменту вернуться. Вот тут красивый ход. Ладья H1. С идеей просто выиграть время. Фишка в том, что надо выиграть время, чтобы пропихнуть пешку и открыть диагональ для ферзя черных. Вот эту. Надо ее выделить. Вот, вот так вот. Еще я обводить что-то я забыл объяснить. Нет, все нормально. Все показал, все объяснил. Тогда на этом все. Всем пока. До встречи в следующих роликах.